Красный сигнал светофора запрещает движение. Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала. Зеленый сигнал разрешает движение. Зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия истекает, и вскоре будет включен запрещающий сигнал. На красный сигнал необходимо остановиться у таблички «Стоп». А при наличии стоп-линии у нее. Желтый сигнал разрешает движение, если водитель не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению. Светофоры могут иметь одну или две дополнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки, которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала. Включенный сигнал дополнительной секции разрешает движение в данном направлении. Выключенный запрещает движение в направлении, регулируемом этой секцией. Контурная стрелка на линзе светофора разрешает движение на зеленый сигнал только в указанном направлении. При включении основного красного сигнала светофора с разрешающей в дополнительной секции зеленой стрелкой, движение в направлении стрелки разрешено, но при этом необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Светофор для пешеходов распространяется только на пешеходов. Красный сигнал запрещает движение пешеходов, зеленый разрешает. Желтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждая об опасности.